Trapping every day just to get a meal. I remember when I was so broke for real. Couldn't even go ahead and pay the bills. 12 years rapping, now it's time to blow. Hit you with that TNT, just kinda flow. Boys been in 100 and you didn't know. Yes, I am a king, I'm sitting at a throne. Ребят, всем привет! Это канал, посвящен нунчаку. Здесь мы учимся крутить нунчаки и обсуждаем все то, что с ними связано. Итак, сегодня у нас на канале открывается рубрика. Рубрика называется «Даблы комбинирования». Фишка в том, что комбинации в даблах, какие бы они ни были, они очень долго нарабатываются. Поэтому каких-то прям, ну так скажу, да, многообразие всяких связок, то есть, да, я не могу бесконечно их выдавать, потому что, чтобы чему-то учить, я должен это отработать сам. Чтобы поставить их связку в даблах, это не сингл. В даблах нужно очень много времени. Поэтому всю тематику с даблами с этого дня я решил внести в рубрику. Здесь я буду показывать какие-то фишки, которые можно внедрить в даблы, какие-то, может быть, переходы интересные, которые мне будут в голову. Так что, если вы не подписаны на канал, подписывайтесь, поставьте лайк. Сегодня мы обсуждаем внедрение, подкидывание за спиной в дабловую связку, ну, собственно говоря, в трехбитку. Вообще трехбитки, ну, кто не в курсе, трехбитки это вот такие вот асинхронные восьмерки. В трехбитку можно внедрить херовую тучу фишек, кстати, разу. И с сингла, и с дабла, то есть всю херню, которую вы делаете синглом-даблом, это все сингла, вернее, да? Это можно все сделать в дабле, навертев это все дело на трехбитку. Итак, подкидывание за спиной. Оно на любителя, но мне оно нравится. То есть я его делаю очень давно. Напомню, как оно выполняется. То есть у нас идет вращение, получается, что против часовой стрелки. Мы поворачиваем корпус. Подкидываем на моменте нунчаки вот так вот за спиной. В этот момент мы доворачиваем корпус и ловим опять такое вот вращение. То есть раз, два, три, четыре. Далее, как это все соединяется в даблах? Это все на самом деле очень просто. В моменте, то есть, да, когда вот у нас поток идет прямой вертушки, в какой-то момент мы правую руку выводим вот сюда вот на подкидывание, а левой мы просто вот так вот закручиваем. То есть как это выглядит? Раз. Это нунчак у нас пойдет в подкидывание, а это у нас просто продолжает циклическое вращение. То есть, оп, развернулись. Еще раз. Оп, развернулись. И так далее. На самом деле, комбинаций может быть очень много. Очень много может быть комбинаций. Ну, допустим, как я в начале видео демонстрировал, мы делаем трехбиточку. Правой рукой выходим, подброс, правой рукой ловим. Делаем цикл трехбитки, после которого мы делаем подкидывание простое под рукой, по нему есть отдельный видеоурок, из-под левой руки. А дальше мы делаем фингер правой рукой. То есть в сборе это как выглядит? Раз, трехбитка, два, три с фингером. И погнали дальше. На самом деле, тут поле для фантазии может быть просто невероятным. То есть можно придумать очень какие-то свои эксклюзивные фишки, внедряя сингловые элементы в даблы. Так что, например, вот это подкидывание. Мы сегодня рассмотрели, как можно очень просто подкидывание сингла вот этого, да, внедрить даблы при помощи трехбитки и так далее. Итак, ребят, подписывайтесь на канал на YouTube. Видео будут не очень длинные, но я думаю, будут очень полезные. Напишите, что вы думаете в комментах. Подписывайтесь на канал на YouTube, вступайте в ВКонтакте, прочие все ритуалы. Всем приятных тренировок, всем пока.